В Магадане считают голоса. 13 сентября прошли выборы депутатов в городскую и областную думу. Проголосовать за новый состав депутатских корпусов можно было досрочно 11 и 12 сентября. На избирательных участках сбор подписей проводили с соблюдением необходимых санитарных правил. Также сделать выбор можно было на придомовых пунктах голосования и не выходя из дома онлайн. Всего в голосовании приняло участие почти 34% населения. Единственный момент, на который хочу обратить внимание, конечно, явка. Мы надеялись на несколько более высокие показатели, опять же, с учетом той информационной кампании, которая была развернута на территории Магаданской области. Исходя из тех форм различных и видов голосования, которые применялись нами, мы очень активно в этот раз использовали придомовое голосование, прекрасно понимая опасения многих жителей Магадана, связанных с коронавирусной инфекцией. По предварительным подсчетам в гонке по партийным спискам с показателем 59% лидировала «Единая Россия». Второе место – ЛДПР с показателем 11,5%. У партии КПРФ 10% голосов. С точными результатами выборов можно будет ознакомиться в конце недели на сайте избирательной комиссии по электронному адресу www.magadanizbirkom.ru.